Армянский беженец из Баку арестован в США за мошенничество. 44-летний Армен Симонян, который получил ранее гражданство США в качестве беженца из Азербайджана, арестован полицией Лос-Анджелеса за мошенничество с медицинскими картами. Незаконный оборот наркотиков и незаконное получение гражданства. В обвинительном заключении сказано, что Симонян прибыл в США 15 лет назад с чужими документами. Он заявил, что происходит из смешанной армяно-азербайджанской семьи, и его родителей убили в Азербайджане. Следствие установило, что Симонян родился в Армении, оба его родителя армяне, они живы. Из-за этой фальсификации суд лишит Симонян американского гражданства, говорится в ответе Министерства юстиции США на запрос агентства «Тиран». Тот же источник сообщает, что в 2017 году Симонян уже привлекался к ответственности за незаконную продажу 2 миллионов таблеток сильнодействующих лекарств «Оксикодон» и «Гидрокодон». В случае признания виновным Симонян может быть осужден на 20 лет лишения свободы.